Поделюсь своим опытом. У меня комплектация Prestige. Брал у официального дилера в декабре 2012 года. В настоящий момент прошел ТО 30 тысяч. Что делал по гарантии? Ничего. В принципе, все было окей и придраться было не к чему. На ТО 30 тысяч, однако, у меня выявились следующие проблемы. Пара лампочек сгорела, замена всех четырех амортизаторов, два потекли и другие заодно. К слову, думаю, я отношусь к аккуратным водителям и не придерживаюсь поговорки «чем больше скорости, меньше ям». С лампочками все понятно, а амортизаторы объяснили суровостью прошедшей зимы. Держалось пару месяцев от минус 35 до минус 45. В принципе, я согласен. Эксплуатировал авто каждый день без исключений. Стоит автозапуск по температуре двигателя. Вопросов никаких совсем не возникало, даже что к самой подвеске. Но это было по причине слишком мягких амортизаторов, которые в свою очередь на днях не должны поменять по гарантии. Кстати, мастер, сообщу мне, что я буду приятно удивлен комфортом после их замены. Мол, недавно их изменили или изготовили, заменили, и теперь они более комфортны. Говорит, что точно знает на 100%. С его слов, замена амортизаторов на 50-х камрюхах именно после этой зимы почти у всех по гарантии. Но, думаю, он ничего не договаривает. Мое мнение, в них изначально что-то было не то. Сервис официального дилера мне очень понравился. Даже поприсутствовал на ТО, сами предложили. Ну а я с удовольствием сам все проконтролировал. И в самом сервисе появился явный прогресс. С другой машинкой 2008-2012 у них же обслуживался. Земля и небо. Это все на данном этапе, чем хотел с вами поделиться. Что мне не понравилось в авто за лям 300, плюс 14 тысяч за цвет, могли DVD с MP4 добавить. Не поддерживает видеоформат. Лично я машину Toyota Camry всем рекомендую. Сам я в предвкушении, и как же мне порадует машинка после замены амортизаторов.